Случилась трагедия. Делали этот велосипед, наверное, месяца два или три назад. Ставили новую трансмиссию, шатуны, цепь, кассету. И ставили новое колесо на промподшипниках. И новые дисковые тормоза. До этого был ободной тормоз, а теперь вот дисковый тормоз. И поехали люди кататься. Обратите внимание, здесь у нас изношены только маленькие звезды. Петух полностью целый. Царапин нет вообще никаких. И каким-то образом человек ехал по очень плохой дороге, по ямам, по кочкам, и у него замотало переключатель в спицы. И вообще его нафиг разорвало. То есть смотрите, как выглядит внутри переключатель Оливия. Причем вот эти звезды маленькие, то есть он не переключался вплотную к колесу. И впереди тоже ехал на второй звезде. Немножечко потрескалась у нас защита. Но это, в принципе, ничего страшного. Но очень сильно согнула цепь. Цепь, к сожалению, восстановлению не подлежит. Потому что очень много звеньев погнуто. Теперь нам надо, получается, новый переключатель, новую цепь. Потому что кассета вообще живая. Катались совсем немного. И вот так вот вырвало полностью спицы. То есть тут штук 10 спиц придется менять, наверное, или около того. И полностью поврежден обод. И еще вот покрышка рваная. Такое чувство, что ехали по дороге, что-то торчало из нее, какая-то железка. И попало, видимо, в колесо. И начало ее ломать. Или прям под переключатель попало, или под цепь. Потому что если бы переключатель ушел в спицы, сам переключатель, то, скорее всего, бы погнул бы петух хотя бы чуть-чуть. А петух вообще ровный. Ну, может, на миллиметр он погнут. То есть петух не сломало. Понимаете? Не согнуло. Непонятно. А люди говорят, нет, мы ехали очень медленно. Никуда. Ну, только ямы были большие на дороге. Вот. Вот такая вот история. Сейчас будем переспецовывать на новый обод. С момента записи видео прошло 2 месяца. Немножко запылился велосипед. Да, и вся проблема была исключительно вот в этой детальке. В Твери нету, в Москве нету, на Озоне нету, в интернет-магазинах нету. Заказывать только фрезерованные по 1000 рублей. А эта фиговинка клиенту обойдется в 300. И это второй уже заказ, потому что первый заказ не доехал. Толщина в 2 раза больше. Какой-то такой достаточно хороший, усиленный, очень качественно сделанный петух с серийным номером. Офигенно сделанный. Ехал 2 месяца, потому что первый не приехал, просто потерялся где-то на почте. Сейчас будем собирать велик. Закончена работа с этим велосипедом. Вот такой вот интересный, мощный петух. В 2 раза толще, чем родной. Очень хорошее качество изготовления. Такой вот модный переключатель ноунейм. Что-то все бэушные переключатели шимановские люфтят, а это не люфтит. И работает очень хорошо. Все, велосипедик готов. К сожалению, вот самый простой процесс ремонта, а именно просто поиск петуха, занял целых 2 месяца.